С 28 по 30 апреля в столице республики Мариэл в городе Йошкар-Ола пройдет второй этап Марийской детской лиги дзюдо, посвященный Дню Победы. Первый этап лиги собрал самые масштабные детские соревнования за всю историю дзюдо в республике Мариэл. Второй этап ожидается не менее интересным и красочным. Встречаемся на втором этапе Марийской детской лиги дзюдо.